Перед судом предстанет житель Чебоксарского района. Его обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Он разрешил своей дочери попрактиковаться в стрельбе из пневматической винтовки в школьной столовой. В тот момент в учебном заведении проводились районные соревнования. Пуля попала в спину 11-летнего школьника. С тяжелыми травмами его доставили в больницу. В ходе следствия следователям были приняты меры по установлению обстоятельств, способствовавших совершению преступления. В частности, Управление образования администрации Чебоксарского района внесено представление о принятии мер по устранению этих обстоятельств. По результатам принятых профилактических мер к дисциплинарной ответственности привлечены сотрудник Управления образования администрации района, директор Бурман-Тюкцерской средней общеобразовательной школы, его заместитель, а также два преподавателя этой и Черкасинской средней общеобразовательной школы. В настоящее время следователям собрано достаточно доказательственная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено в суд для рассмотрения по существу.